сразу с хорошими эмоциями готовимся на следующий. Поп, ты устал уже, что ли? Водичку пьешь. Я в теннис сейчас играл. Конечно, устал. Сейчас 1-0, которая один бросает, второй подбирает, пас. Ты бросаешь и отдаешь. А я давай. Туда. Один еще. Давай, давай. Один еще. Мыло, ну ты хоть на камеру пропусти. Покажи мне где-то. Раз. Сюда. Передал, передал. Играй, играй. Тыру. Сверху, сверху. Серый, как по-английски это твой игрок? Так, играем. Иди, иди, ты. А потом, если тренер что-то скажет, да, спросит, ты говоришь, так я ему говорил. Смотри, я тыру. Давай, давай. Ноль бросков. Макс, знаешь, зачем мне микрофоны нацепили? Мне сказали, Макс Шабанов интервью не дает. Они уже через меня заходят. Говорят, Максу подойди, спроси у него, узнай что-нибудь. Про рекорд, говорят, узнай. Узнал? Ну, я думал, ты расскажешь сейчас. По секрету. Они обозначаются, да? Ну, да. Давай с ближней, да, постараемся. Если эта шайба в углу будет, с ближней выйдем. Ближний можно! Можно перебас! Ой! Макс, какие вот эмоции ты испытываешь, вот ты рекорд клуба побил? Да ладно, что ты не кипятись. Пусть проходит. Будет проходить, отдам. Первостепенные. Это вот эти два варианта. Все остальное потом. Как же у тебя камера? Я думал, только в Торонто и в Челябинске такому учат. Нормально было. Шон Скиннер и Олег Приданников. Рейтинг. Рейтинг тренеров. Шон Скиннер, Олег. Там просто без фамилии, потому что его все знают. Ладно, давай покатаем что-нибудь. Пошире сделать, короче, да? Как бы правую оставить больше сзади. Ладно, Олег, спасибо. Давай. С камерой. Люк оболочек.